Киртан. Значение этой шлоки Тавакатамритам Таптачиванам следующее. Как я говорил ранее, в предыдущей шлоке, гопи говорят, мы вот-вот умрем на разлуке с тобой. Тогда Кришна сказал, тогда умирайте сразу же, не откладывайте. А гопи сказали. Мы хотели бы умереть, но смерть никак не приходит. Тава Катхамрита, твоя катха, повествование о тебе, повествование о твоих лилах, это Амрита. Это более возвышенно, чем нектар, чем райский нектар, мокшамрита, нектар освобождения. Мы вот-вот умрем, но мы готовы умереть, но когда мы слушаем твою харикатху, твое имя, образ, качество и развлечение, когда мы слышим об этом, мы не можем умереть. Тапта дживанам, те, которые
претерпевают страдания в жизни. Тапта дживана. Когда они слушают о сладостных развлечениях Кришны, те, кто страдают в жизни, тут же обретают облегчение. Она охлаждает их, охлаждает более чем прохладный ветерок. Потому что Брахма, Шанкара, Нарада, Вьясадева все рассказали о славе, повествование о тебе. Поэтому тот, кто слушает эти повествования, не могут умереть. Не может умереть, поэтому мы и не умираем. Калма Шапахам. Все виды калмаши, то есть анарт, нежелательных качеств и грехов, вся эта масса улетучивается мгновенно. Это не какое-то воображение, это действительно так, это правда. Калма Шапахам, Шрамана Мангалам. Тот, кто слушает эти повествования, при слушании этих повествований, мангалам, все самое благоприятное приходит в его жизни. То самое мгновение, когда он слышит об этих повествованиях. И тут же все самые прекрасные качества приходят к нему. Весь мир узнает о славе этих прекрасных качеств этой личности. Слава такой личности будет известна повсюду. Бури даджана. Те, кто обсуждает сладостное развлечение Кришны, Харикатху, они величайшие благодетели человечества. Они самые щедрые. Это высшее благо для мира. Вы должны понять это. Вы не можете отплатить мне. Мои спутники никогда не смогут отплатить мне. Но одна гопи, которая сказала это, Чандравали и Йосаки, например, они молятся Кришне. Пожалуйста, предстань перед нами. Если ты предстанешь перед нами, мы будем счастливы. Они молятся, пожалуйста, умоляют его, пожалуйста, предстань перед ними. Гопин, который на стороне Радыки, они очень... Радыка сама, она очень гневается на Кришну за то, что он поступил с ней так. Она не может забыть Кришну, в то же время очень гневается на него. Но Кришна спрашивает, почему вы не умираете в разлуке со мной? Они говорят, ты виноват в этом. Ты сам виноват. Ведь говорится, та-то катамритам, та-та-чиванам. В гневе они говорят, в гневе она говорит. Когда Кришна спрашивает их, почему вы не умираете, Радыка говорит, ты сам виноват в этом. Ты очень жесток. Ты самый жестокий из всех. И катха тебе еще более жестока, чем ты сам. Мы счастливо жили в своих семьях. Мы служили своим мужьям, детям и всем остальным родственникам, отцам, матерям. Мы были так счастливы. Но как только мы услышали о твоих сладостных развлечениях, тут же вся наша жизнь перевернулась. С того момента мы начали умирать, не в физическом смысле, а в другом. Поэтому твои повествования подобны мрита, то есть подобны яду, еще более сильным, чем змеиный. Мы теперь это понимаем.
We realize this. Что это означает? Тапта дживана. What meaning? First told at what she is telling again. Тапта дживана. Это означает, что это приносит в нашу жизнь только страдания.